Обыски в управлении нацполиции Запорожской области проводили сотрудники Генпрокуратуры. Что искали ни в прокуратуре, ни в полиции, не говорят. Всю информацию собирал Сергей Бордюжа. По информации, которая появилась в интернете, визит правоохранителей связан с деятельностью Руслана Канашко. Он является помощником начальника полиции области. Ранее руководил отделом по борьбе с бандитизмом и работал в команде Владимира Сербы, который возглавлял УВД области, а сейчас разыскивается за разгон Запорожского Майдана. То, что здесь бросают палки, кидают камни, значит, это называется противоправные действия. За это придется отвечать. В 2014-м Канашко уволился, а в этом году вернулся в областную полицию в статусе помощника начальника. Обыски якобы проходили у него в кабинете. На наш вопрос, задержан ли кто-то, дежурный отвечает кратко. Не было никаких задержан. Точно так же лаконичны в своем комментарии и в пресс-службе областного управления полиции. Сьогодні в головному управлінні національної поліції в Запорізькій області проходили обшуки, які проводила Генеральна прокуратура України в рамках кримінального провадження, відкритого у 2013 році. За більш детальну інформацію, будь ласка, звертайтесь до прокуратури. Генпрокуратура тоже пока хранит молчание. Ближе к вечеру в интернете появилась новая информация. Руслана Канашко подозревают в связи с криминалитетом и крышевании одной из общественных организаций. Ее активисты якобы занимаются погромами залов игровых автоматов и вымогательством. Это бандиты, которые приехали грабить Днепрорудников. От кого они? Партия неизвестная, парадом вчера. Да, народная рада какая-то. Действительно ли Руслан Канашко оборотень в погонах, теперь разбираются его коллеги-правоохранители. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности, телеканал Интер, Запорожье.